Димас, что ты жесткий? Я иду, так 100 тысяч жизней, ребят. Ты дурак, что ли, пулеметчик? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Данила, Радекс, Куджи, Васаби, Скромник, Стим, Куёка, Редиска, Хеллфан. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Hello, my friend. Я застрял. Ребята, мы скачали очень крутую карту. Это мастерская Деда Мороза. Если пять игрушки, приятного аппетита. Я должен сегодня взорвать бомбу, а пацаны ее должны защитить. Погнали. Ой-ой-ой. Один, а какая ложь? Так, ну пока мне слегко вообще, ребята. Пока мне слегко. Ой. Нифига себе они строчат. Да. Если что, у меня будет секретный план. Я понял. Вот, так, ребята, главное не спешить. У нас жизни достаточно, чтобы дойти до бомбы. Подожди, осторожно. Ой, ой, ой. Так, надо их перебить по очереди. Дима, если ты пройдешь дальше, то у меня есть секретный план. Хорошо, хорошо, давай, заходи. Не-не-не, спасибо. Пацаны, кто не сыт? Давайте. Так, отлично, поднимаемся. Не, ну хорошо, хорошо. Секретный... А что там за секретный план? Ты бомбу взрываешь? Нет. Ого, у вас пулемет, мне нравится. Только не надо уметь пользоваться, вы пользоваться не умеете, вы друг друга взрываете. Эй, скинули меня! Скинули. Заново, заново. Я бы скинул, я бы скинул. Ребята, сегодня главное условие же, я не могу использовать быстрый бег. Только с медленным бегом. О, Так, отлично, давайте поднимаемся. О, я что-то застрял. Тут по мне шмалите. Шмаляйте по Димасу. Так, подождите, подождите, надо сориентироваться. Ничего не понимаю, что происходит. Ты что, пустите, на тебе за это, что ты меня хочешь убить. Я не могу двигаться. О, я могу, я иду. Да, пацаны, Васаби Скромник, ты же можешь сейчас забаниться случайно. Да вот, Дима. А, вспомни, там же лестница есть вроде бы. Нет. А нету лестницы нету. А лестница? О. Пацаны, ну что, вы хорошо отбились? Мне нравится, как вы сейчас играете. Аниматроники сегодня рулят. Кстати, пацаны, я очень сильно жду выхода пилпаков по игре Security Breach. Я тоже. Очень сильно жду. Когда они выйдут, мы сразу будем записывать. Аниматроники пугают охранника. И ну что, ребята, следующий аниматроник... Это у нас 10 тысяч жизней. Но я очень медленно. Давайте другой режим включу, немножко побыстрее, чтобы я ходил. Да, нифига себе, а что у него за оружка там? Ого! Я продвигаюсь, ребята. Блин, ну они меня не пускают. Не могу, не могу пройти, никак. Так, пройдем, пройдем сюда. Ай, блин, он бил. Да, я захожу. Отлично, все сходится. Потихонечку мы идем. Так, тут должна быть лестница, насколько я знаю. Так, лестницы нет. Все печально, все печально. Жмите его. Да офигеть, а стой, хору. А, все, 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 убили, пацаны. Радуйтесь, радуйтесь, хорошо, ребята. Ну что, это же не все так и просто. Сейчас будет жестче намного. Ну что, ребята, 52 тысячи жизней. Это вроде вам не кукры-мукры. Иду бить шеста, все по-честному. А там Куёка такое придумал. А что вы там наделали вообще? План защиты. План защиты. Это я буду вас смочить. Защитник. Ё-моё! Да ё-моё, это точно, что ё-моё. Слышь, ты закрой рот, я тебя буду убивать. Гасите так, его. Ребята, целимся, целимся. Вот, я вижу цель. Блин! Вот еще, вот еще. Ой. Так. А что это было за мощное такое оружие у тебя?
это Данила. Ах ты тварь, ты поставил на потолок пулемет мощный. Молодец, ребята, ну что, это было эпично. Теперь идет аниматроник, у которого 100 тысяч жизней. Надеюсь, вы такое затащите. Пацаны, давайте лучше сейчас в Entity выберем это. Потихонечку идем. 100 тысяч жизней, ребята. Это очень давайте, пацаны, мощный... за пулеметы становитесь. Давай, давай, за пулемет. Давай. Попробую давай. Пробиться. Должно получиться. Обстоятельства. Давай, давай, давай. Гасите его. В жопу. Пацаны, я пошел туда. Я пошел туда. Поднимайся. Надо взорвать их не пулемет. Я это сделал. Отлично, ребят. Продвигаемся. А что там за пердиш дёшь, по мне стреляет? Вы пердиш кровавый. Дима, что ты шутки? Я иду, так 100 тысяч жизней, ребят. Ты дурак, что ли, пулеметчик? Ребята, я продвигаюсь, я продвигаюсь. Там ловушка Джокера, Дима, слушай, не иди. Давай, 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 пацаны, у вас да получится. Нет, да продвигаемся, сейчас я бомбу убью. Нет. Ой, взорву. Пацаны, загадывайте последнее желание. А бобус? Ай. Пацаны, теперь у вас будет еще одна волна жестче. Давайте, жестче, короче, а? Да, прячьте куда бомбу. Жестче? Теперь можете запрятать бомбу в любой части карты, но только очень мощную и большую. Клёка, иди за мной. Иди за мной, Клёка. Эй, Радекс. Ну, Радекс, прекращай мочить своих, ну. Пацаны, отойдите, пожалуйста, от пулемета. Я не могу, я пулемет устал. Отлично, ребят, прорываемся. Ой. То, что они там стреляют, это все хорошо, но я ж тоже. Ай. Изначала бомба. Бомбу найти, я ее найду, не ссы. Не ссы в трусы, да? Да. А, Конёка, как допустим, только мы тут найдем карту. А что я не могу зайти? А, могу. Так, где вы ее запрятали, ребята? Подожди, где ты была? Это пулемет. Думай, думай. Ой, как она торчит. Так, так, Дима, так, так, так. Не смотри на тебя. Ай. Так если бы вы ее уже взорвали, она там была. Нет, там Не-не-не-не-не, Дим, а та отлинская. Она маленькая, что ли, бомбочка? Нет, она огромная. Ну я найду ее, вы чего? Бомбу не взорвите, что не взрывом. Ребят, бомбу не взорвите. Да, да я тогда побежду. Если я взрываю бомбу, то я выиграю. Или вообще бомба взрывается. А где Дима? Я бомбу ищу. А. Только если говоришь, не смотри наверх, значит она наверху. Я тебя убью за это, потому что ты дамажишь меня. Не надо. Ой, а о, где я? Здесь? Ой, ой, Дим. А где? Я ее вижу! Не? Я ее вижу, ребята! Вот так вот. Блин, ну мощно, мощно. Взорвал всех, погубил. Хуёка, надо было поменьше бомбу брать. Ребята, последний раунд. Я-то, короче, должен выжить, и вы не должны меня поймать. Даже можете перегвождать или любое оружие использовать. Любое, кроме ядерок. Кроме ядерок. Ну что, вы готовы? Сейчас, Дим, я запрячу бомбу. Не, не надо, без бомбы, просто выживание. Я должен... Да, вы должны меня просто убить. А я должен вас убить. Давайте. Ну что, вы где? Очкошники, вы где? А мы тебя ждем. А, я на улице бегаю здесь. Я, Дим, я ща все будет, Дим. Не волнуйся. Я понял. Ой. А короче, Димас, помнишь, мы когда-то прятались в лабораторию с Питером, за аниматроником был? Да. Точнее мы. А ты с админскими пистолетами бегал. Там, короче, накидали вот этот газ, которым ты меня зажал. Да. Ну, ты не пройдешь. Да? Потому что он тебя когда дамажит по чуть-чуть, но он тебя откидывает назад. Это вот у него такая вещь. А вы знаете, что можно в здание попасть через окно? Подходите, вас телепортируют в дом. Типа я зашел через окно. Прикольно, я не знаю. Увидите на ролике. Прикольно получилось. Я просто подошел до окна, но меня телепортировало. Дима, тебе хана. Я невидимый.
Хорошо, давайте я буду видимый. Ну так вы же. Вы же все оружие можете использовать. Зачем оно мне надо? Нифига себе, вы психи. Смотрите, что делают? Разрушают всю карту. Ну давай, давай. Заходи! Это мой дом, я здесь живу. Говорю, это мой дом. Точно в этом уверен? Тварь, да... Ну блин, кроме этого оружия тоже. Как-то читерски получилось. Давай еще разок, только без этой оружки. Давай, я же по-честному, давай. Спасибо, Дим, здорово. А, неплохо, неплохо, только твое оружие ничего мне не дамажит. Все, пригвоздили. Я так и знал, что-то случится плохое. Что-то больно. Ты что, думаешь, ты будешь в него так постоянно стрелять? Что со мной? Не, не надо, не. Я завис, у меня моя текстура провалилась через пилпак. Это как так-то? Тебя заморозили. А, меня заморозили. Дима, твари. Дима, можно? Давай, размораживай меня. А когда заморожены, жизни не тратится, надо разморозить. Пацаны, зачем вы заморозили? Зря стреляете только. Мне не тратится. Давайте Диму, давайте. О, во-во-во. Моментально? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще. Подписывайся. Ура. Угу. Взорвите мою голову, блин. Просто ребята с тобой каналя.